Ну чё, как мотылёк? Ништяк. Классно, да? Он такой воздушный. Да. Мне очень нравится. Она тут раз не пристала. Мне кажется, он был не такой прям насыщенный. Это прям вот этот. Мама, а кот? Здесь у нее еще есть, у меня точнее, меренга, блин, меренга вообще, она в мокром виде, доставать кусочек, она в мокром виде просто вообще крутая, как пирожное, правда. Возьмешь себе дом, попробуешь мокрым? Она хрупкая. Да, она прям, ну так она, ну, тяжелая. Угу. Она подвальная, подвальная прям. Структура прикольная. В мокром виде, например, реально пирожное. Прям подвал. Надо там, надо только не пропустить вот этот момент, когда она прям растворится в кашу. Что-то у нас гремит душ, видите как? Все. Сезон дождей. Угу. Сходила. Ну, говорят, завтра будет жарище, а уже невозможно. Дождик еще все равно будет. Да? А уже до конца. Она прям вообще как пирожное, правда. Очень прикольно. Она выплевывает. Я глотаю. Кому нравится. Кому надо, глотание, пожалуйста. Я здесь, да? Наслаждайтесь. Сегодня абсолютно бесплатно. Да. А я сейчас дам еще молочный лед. Ну, прикольно, очень прям классно. Да? Ну, сейчас я закончила эфир, я тебе насыплю. Дорожку. Подвал. На, вот это молочный лед. Ты маленький кусочками кусаешь, да, а я не могу, не на много кусить, чтобы почувствовать вкус. Я? Да. У меня когда как? Я когда маленькими, он у меня больше открывается, а когда уже все, уже когда начинаю себя, как мне себя пихать, вот. Причем сажусь каждого с солинкой. Сажусь, думаю, буду по чуть-чуть, чтобы прям насладиться. Опомнилась, запиваю шоколадку борщом. Ладно. Классно. Тоже вкусно, да? И структура тоже необычная. Ну тут мне сажа я заказывала там эти. Не, еще что там, но мне именно вот эти, пожалуйста. Меренга, молочный лед, мотылек. Я взяла калину попробовать, мне не зашла. Ну, как, не то, что не зашла, не мое. А и попробуешь бирюзу. Блин, бирюза прям как кембрийска отдает. Но тоже интересно такая. Кембрийска есть в этом. Классно, да? Угу. Вкусненько, да? Я так еще не пробовала. А раньше у меня девочка, мы с ней в этой, в Симферополе. Она не занимается, Света Клерова. Она мне дарила постоянно глины по 10, по 20 килограмм. Желтые, белые, вот эти вот, мел, красная. А, красная. Красная мне не очень, она прям для меня как-то вот. Ни структура, ни вкус, вот, ничего не зашла. Бирюза, она такая плотная, прям такая. Плотная глина. Но мне бирюза понравилась. Я из нее еще пасту хочу сделать. Пока времени нет. Вообще времени нету. Ну, что расскажешь? Водичка попила? Угу.
Она для меня смесь кимбриска и вот александрит, вот этих вот. Александрит не пробовала. Ну классно, да? Угу. А может александрит? Вот эти мелкие, которые. Малахит? Ну, они подобные. Ну, однотипные. Ну, да. Да, да. Ну, вот классно, смесь кимбриска, да. Вот с этим, с малахитом. Классно, да? Угу. Блин, мне понравилось. Два в одном. Угу. Но ее много не нагрызешь. Когда много грызешь, она уже такая. Угу. Становится такая, по горлу. И структура хорошая. Все, блядь, полиция приехала. Да куда я бежал? Дам тебе корню попробовать. Я не знаю, может быть, тебе не понравится. Может, понравится. Мне, ну, как так. Вот, забирай, ты хочешь маленькие. Я не буду даже. Да? Угу. Покажу корни. Вот она вот такая вот вся. Ну, она, да, она такая. Угу. На любителя-любителя. Прям любитель-любитель, да. Да, кто любит вот эти всякие. Да. Скажи мне. Песочные сорта. Что фигня? Ну как у нас гремит дождь, да? Песчанка. Краса, ты попробовала? Угу. Мам, я боюсь. А что ты боишься? Я здесь, это рядышком. Это классно вообще. Так. А, титан. Хочешь титан? Видно. Ну, он такой. Хочешь титан? Не помню. Так, глюк готов. Где сомпы? Вон. А может это не титан? Может титан? Сейчас я попробую. Да, это титан. А видишь, он как? Ну он такой же. Угу. А липучий. Не сумейте, полиция. Ну как глиномёт. Да? Да, это глиномёт. Мокрый он вкусный. Да, жгучий. А вот я его готова сажать, понимаешь? Да. Я еще вчера не грызла ничего. Mm-hmm. Я прям ему не нравится. Я прям готова. Подвисла. Подвисла? Нет, это, знаешь, что? Новоскол попробую. Mm-hmm. Новоскол я пробовала. Мне нравится вот хруст его. Mm-hmm. Блин, прям. А это вот подвисла. Вот. Mm-hmm. Ну, что-то не того вкусно, как раньше мне приходило. Мело наелась. Кушай, что хочешь. Все в кадр не влезло. Эй, Алексей, скажи девочке привет. Девочкам. Расскажи, кого ты ловишь. Ничего не ловлю. Я что-то кого подниму. Ты его мокрым, да, любишь? На дом. Я пойду вот туда встать в машину. Ну, это подольше. Поехали. Шипит. А я позвоню. Ну, кто не писал? Я буду. Это огромный. Так, шкафка здесь. Возьми камень. Успокойся. Наверху. Наверху. Из это, осколочки.
Все, иди посиди попозже. А ты подумаешь, ты кого не пробовала? Ну, угу. 100 лет назад. Иди, иди. Иди, иди. Спасибо, кафешки. Все, холодильник хорошо там пахнет такой. Так. Короче, Владимир, что вот есть лесная? Алина. Я из дома лесная. Ну, так не помню, куда холодильник. А тебе глина мила вообще, да, не дышит? Вообще никакой. Ну, самые нормальные для меня. Вот от Хейлик Марины. Ну, эти кругленькие, которые. А, шардейка, да? Пломбиры, рис вот эти, да. Угу. Ну, я их не понимаю. Вот мне надо, чтобы прям вот... Короче, ты такая больше по природным. Угу. Что природа дала, некогда добавлять, да? Да. Это откуда? Владимирский, да, мне очень нравился. Ну, вот он такой прям, и хруст у него обалденный. Песчанка. Блядь. Порошковала, блядь. А мне кажется, там вообще зашел. Красный там. Ну, а Владимирский тоже один такой. Такой же. Ну, уже есть. Началось уже жевание вот это. Угу. Зависит, я один день не поела, все. А начинаю закладывать тоже. А щербет ты попробовала? Угу. Щербет тоже идет. Красивенький же, да? Но основная это, конечно. Ну, сейчас специально такие сделала. Гладенькие. Но. Медь. Но с тёжным берегом не очень нравится. Жирно-жирно. Да, жирно-жирно. Ну, и структура у неё, да? Угу. У остальных там такая. И кусается с хрустом. Угу. Что мужчина говорит? Ничего не говорит, о чем он не может сказать. Давай ему пробуем. Он даже один раз. И что-то он совсем не это. Причем у меня племянники, племянницы, все подруга. Кстати, у меня одна подруга, она хрустит. Вот она любит бархат и вот эту соленую. Вот такую вот, как она. Лесная? Нет, не лесная. Или береговая, как она. Не помню. Может, лесная. Да, лесная. И простая, и соленая. Горная. Во. Горная. Ну, ты же давно ешь? Угу. Я помню, болела маленькая. Ну, как что-то съела помидорку опрысканную. У меня бабушка глину в школе мел. Ну как-то не... просто вот хотелось и все. Ну все же. Мешать, да? Угу. Ну да что, кажется, какой все равно, моя жир. Остановись. Да липуха. Угу. Да что розово? Блин, ну почему она не розовая, скажи мне, просто. Блин, ну сейчас я не съем. У меня уже можно. У меня уже. О, это чистое. Это нормальное.
Это чисто. Вот это, наша. Да, вот я уже на друге навешу. Не, почему она не розовая? Она намокает, она розовая кажется. А? Угу. А ты едешь по дороге, да? Потом водой ты тут полоскание начинается. Наталья говорит, засыпает со своей глины. Угу. Особенно, когда он засыпает, а я хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум, потом, ладно, хрум, потом до полоскания, до выполаскивания этих жирных глин. Ой, господи. Я хоть один вечер нормально усну. Хорошо, я за чайник подхрустела, да? Что я чайник похрустела, так бы? Не, я вчера хрустела. Что, устала? Я сюда бегаю по этим рынкам. Тосна? Да, два. Спасибо. Два? Угу. А чем они один там? Мне кажется, ничего не отвечает, нет? Ну, не сильно. Отличаются. Одна вот эта. А что у меня остановили? Нет с собой, что ли? Там? Не, розовая вот это прям соленая, офигеть. Просто роза, соленая, реально. Я первый раз пробую. У меня розовая, но не соленая. А это прям соленая. Смотри, какой классный пирог. Наверное. Она, надеюсь. Муж не может прийти, он не работает. А у тебя муж как? У тебя муж как? Полезный ископаемый, полезный. Нормально. Ну, у меня нормально, только когда по сутки по 40 килограмм. Одна. Я сама выбираю. По 40 килограмм, как ты ее? Доезжай, там на склад, и мне грузит. Ну, муж сам понимает. Ну. Не, а когда мы за Южным берегом ездили, и там он же все на себе несет. Дальше тебе. Лёва, что мы едим? Глину. А детка, можно глину? Правильно. Еще пройти надо. Заставили все глину не пройти, да, Сума? Да. Потому что там много камушка. И вы будете сам одевать. А что за поездка, например? Тут поездку можно. Давай, проходи. Иди он, ну ты там мой, сам. А хочу такие камушки, я хочу вот тут. Там и межа. Там залит крот. Все, голдыш поднимаешь, что вот пиздец ему. Угу. Вверх поднимай. Хороша. Вообще не нужно. Новый человек. Мама! Сейчас ты идешь, чтобы нахер. Стоп! Мне попался! А как его называть? Пальчик? Это карандаш. А как?
Да, корунда. Надо камушек. Надо камушек. Надо камушек. Иди погуляешь. Куя? Дома? Дома, да. А тут это окончился? Слышишь, как гремит? Вот так. Куда же он закончится? Еще нет. Глаза буду кулять. А? Пищалочка. Тебя вылечить, тебя вылечить. Кто? И там сюда. И ты будешь. Кто мой я? Ко мне поехать. Здесь нельзя ездить, да. Здесь ремонт дороги. Почему ему это вот? Здесь обвал глиняных камней. Обвал горы. Ну, я так скажу. Матрешка, глина, пуда, это не мое. Ну так, попробуй похрустеть. Так красиво, видео с меня. На один раз, вот попробуй. Да, это не мое. Ну вот, знаете, у него подвала. Все остальное. Ну так вот, да. Но вот прям анонимная незнакомка меня удивила. Мне сначала когда это, я вообще не поняла. А это... Ну, необычно так. Ну, то, что... Структура, конечно, конкретно похожа на этот Матрушкистан. А что у меня еще есть? Ой! А, ты пробовала мой лайт, но не твердый. Это тоже это. О, а карамель пробовала? Карамельный. Не помню. Помню. Вот, на, попробуй карамельный. Прикольно, кстати, тоже. И тоже, кстати, Юлькина. Юлькин мил. Мой. Мой. Мой, мой. А ты вообще любишь песочный? Не очень. Ну, вот на, попробуем. Мне этот песочный мил, но он как бы не такой песочный, как в кусте такой. А, это ж тебе я оставила. Ты говоришь, принеси, не попробуй, чуйку. Чуйка, да, во. На, хорошо, что я полезла, а? Как бы я люди забыла. Ну, вот он песочный, но он такой как-то приятный песочный. Не такой прям грубоватый. Ну, что вот твердый? Это премиум. Твердый. Премиум. Премиум не мое. Не твое? Один съел, а я целенький. Какой? Это так. Так, например. Это, кажется, классик. Бывает, у меня их перепутал. Ух, смотри, он прям такой. Наверное, не зайдет. Очень песочный. А что, теперь мне твердый, да? Не премиум в мокром виде, пожалуйста, очень. У него такой привкус, не такой, не как у всего мела, да, такой? Вот у них у всех такие привкус, не как у всех мелов, мелков. Песочный, но не как Оренбург. Да, да. Вот. Такой приятный песочный. Сказала бы. Ч
что у меня еще есть. Ой. Ну, кстати, есть. А, это спина пустая. Ну, вот это, я поняла, это крымская манго. Ты пробовала? На, попробуй, ну, мне не помню. Ну, вот так. Манго. На, манго, попробуй. Это я что-то в тот раз заказывала у нее. Вот манго. Так, манго. И нет, это не манго. Это знаешь что? Это ускут. Ускут. Манго вот у меня лежит. Это красный. Ну, не красный, а красный. Это уст. Это крымская, да, которая? Это крымская, да, это все крымские. Я сейчас с того раза не спали. Ну, это не, я не, таки не очень. Ну, по-христо, знаешь, когда ничего нет, там хочется перебить вкус. Не, прикольно. А это? Ну, интересненький. Не, они, да, такие это, ну вот так вот. Она, видно, полежала. Да, ну, да, я попробую. Привкус такой. Хоть глина, мел, когда полежит, вот у нее этот привкус появляется такой вот. Мельный, глиняный, ну вот. Ну да, да. Я же говорю, это тогда анонимный закон, то полежали, совсем другие стали. Ну да, вы права. Вообще не прям всегда, вот я прям чувствую, когда полежала, потом прям. Ну да. Тут нотка появляется вот эта. Угу. Мел, глина, вот что-то вот. Реально другая. Ничего себе. Поэтому на некоторые. Ну, даже крути по-другому. У меня некоторые сорта и лежат долго. Я еще раз пробую. Я когда понимаю, что ну, нормально, но не это. Ну, не мое. Нет, прикольно. Она этот прям привкус. Это? Прям вообще. Очень вкусный. Да, мне, наверное, уже месяца три. Ну да, классная, слушай. Это манго. Вот это манго, да? Красненькая. Красненькая, да. Я и манго попробую. Смотри, какая красивая. Хотела тебе? Что-то так скривилась. Не то, да? Блин, крупинки. Там крупинки. Но привкус этот присутствует тут. Ну, как ты говоришь, воды. А сейчас появился вот мел, глина, вот этот привкус. Ну. Пусть она поскрипывает. Поскрипывает. Скрипучка. Скрипучечка. Да, ну, песчанка, да, прикольно. Песчанка прям такая земляная. Да, у меня стена. Она еще не чищена. Усталость, а чуть-чуть. Песчанка классная. Кто-то ходит на чай, кто-то ходит на глиняный чай, да. Угу.
Чучка, да. Это белый только с нами пробовала. Мне кажется, пробовала все. Но вот что-то не помню. Может, знаешь, один раз кусну. Ну, чучка, она похожа, но она вкуснее не продает. Она более рыхлая, да, такая? Ну, она тебя давно ждет? Угу. Полежала. Я еще очень хочу попробовать киргизские глины. Это там сметана какая-то. Да, называется. И узбекские. Да, нет. Может, я что-то путаю. Короче, сметана. Потом. Короче, у них много девочек общаюсь тоже. Но она говорит, мы не присылаем. Ташкент, это что, Узбекистан? Угу. Да, вот это же Узбекистан. У них тоже там всякие интересные глинки. Ну, прикольно. Можете. Как же себе. Ну, это, да, интересно. Новая скотча. Да. Новая скотча прям очень крутящая. Смотри, собака к нам пришла. Зачем собаку привела? Сейчас сожжет на весь наш запас. К нам гости пришел. Пришел к нам гость? Ой, теперь мелок надолго наелась. Где ты ее так вымазал, Лева? Ты ее что, на улицу брал? А ты должна, где она гуляла. Любимая? Ну, как зовут? Вот она. Кантан. Как? Кантан. Кантан? Угу. Это ребенюшечка. Да. Наела, что ли? Я жирно. Ты что, я грунт кормишь? Совсем ладно, камушки. Лёх, не надо, она уже сюда. Ты все ее вымазала, она же не хочет вспомнить. Что такое мысль у меня? Мам, а это вон там это. Ну, именно. Я когда-нибудь грусти спать хочу. Погода. Пенчик. Хочешь, мне первый раз оскол прислали этот новый? Не новый, а старый. Блин. Я поняла, по этим. Я думаю, что хрена. А кажется, он правда новый, не такой. И как старый. Угу. Как пышно.
пошла. Выбивание рта. Угу. Уже пофигу. Прям. Здесь же было много. Твоя розовая. Совсем? Угу. Но она... Твой пальто. Она, ну, не это. А, ну еще здесь. Аня! А! Короче, вёдкарный болезнь. Ну что, говори. Это, блин, забыл что. Сегодня ночью или утром приедут три номера. Три номера приедут. Два номера на первом этаже, да? Угу. Или какие у тебя свободные? Один на самом ближайшем. Вот. Один там и два здесь. Ага, по 1000 рублей. Мам, так тихо! А позакуять? Как раз заходит ты это? Ёптёрный. Ещё не одна, ещё с кем ты? Поляна на крыше. Петник. Я тебе помогу. Номера убрать. Не, они убраны, но... Они убраны. Оставь. Все вырежем. Забыл, что надо будет у Главинска заказать еще. У меня там какая-то новая появилась. Какая? Какая-то розовенькая. Не помню, да, Ваня? А ты видела эту слоё какая-то новая еще там? Какая-то типа слоё какая-то. О, да, либо Клавин, слоёнка. Мне сказали, что довольно как-то она похожа. Они уже все идут вот одинаковые глины под разными названиями. Угу. Причем там уже не два названия, а 3, 5, 10. Угу. Песчанку, да, никак не отдаешь по-другому. Даже ее нет. Угу. Блин, забыл тебе эти шайбы мне. Клавинская положила. Ну вот именно она, ну, и глина всегда чистая. И шайбы, и подарки всегда кладет. Ну вот прям, ага. Оделась. Не знаю, что еще купить. Я, может, чаечек? Да вода есть, что? Нет. Мне нужны прям залипашки и глина. А это ягодная, походу.
Не все я знаю. Ну да. Мел глина. Вот так хорошо было. Вот есть люди, которые только глина едят, кто только мило едят, а я, блядь, мне надо чередовать. Мне надо хочется мел. Ну прям вот, вот чуть-чуть съела, все, насытилась. Мне почему-то больше нравится, конечно, жирный мел, сливочный, именно в мокром виде, блин, я прям тащусь. Ну прям больше нравится, чем сухой. Это вот эту розовую не пробовала, мокренькую? Не в пасте, а именно вот, я на нее брызгаю в пакет, чтобы она влажная была. Блин, у нее такой аромат. Надо попробовать, блин. Как они так ветищи, девчонки, снимают, что прям оно и мокрое, и сухое, хрустит. Ну вот в пакет, я кладу в пакет, вот так вот мочу. И в пакет. И она насквозь так практически это. Ну надо попробовать уже так замутить. Просто один раз окунула их в пакет? Ну да-да. Дня два-три. Ну еще могу окунуть, чтобы она так. А ты не хочу. Я вообще уже ничего не хочу, да? Уже все, это уже такое объедение, а это уже такое, да? Я хочу, это не хочу. Кстати, тотем пропила, мне полегче. Как ему? Там легко-легко. Что? Вот это как-то крымская. Мотылек? Угу. Она классная. Мотылек классная. А это? Меренга. Меренга не тёп. Пошел курить? Да.